Меня напугал. Конечно, напугал. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сейчас сегодня такой обед-ужин забацала. Не знаю, думаю, что будет вкусно. Да? Да, папа сегодня вечером заценит. Как всегда, пообещаю, если будет вкусно, заделюсь рецептиком. Вот там вот уже в горшочке. Да, у меня в духовке чудо-горшочек. Вот. Готовит мясо с картошечкой. Ты посудку, да, моешь? Да, мой, вот видишь. Такую штучку вообще в магазине купили. Так а что, она же подходит боком. Ёк, Макарёк, я даже не догадалась. Мы затеяли небольшой ремонт. Тут уже вот покупочки купили. Так, ну что, мы решили вот эту комнату нашу переделать. Потому что здесь, как мы купили дом, так... Привет. Привет. Привет, привет. По чуть-чуть сделали. Кое-как мама тут с подружкой поклеила, вон обои все торчат. Потолки сделали, это бумага, или как она называется? Куда зацепили, двери снять? Это я снимаю двери. Да, тут шкафы, сейчас вот эта стенка все встроенная, все я разбирать буду. Ремонт. А? Я очень люблю ремонт. Очень любишь ремонт? Да, больше, чем не знаю. Ну, короче, будем разбирать потолки, свет будем менять. Здесь все выключатели поменять надо. Здесь, как я двери поменял, так я еще на щельники ничего не сделал. Так, ну начнем, конечно, да, вот потолки как бы они нормальные, но, блин, вот такие мне больше нравятся. Потолки, да. Они из серии это. Но мы не делаем, конечно, потолки из гипсокартона, вот как делают, или натяжные. Вот нам нравятся вот такие вот панельные. Самый дешевый вариант потолков, да? А фиг его знает. Ну, короче, вот на этот потолок нам в комнату обходится где-то мы вчера 7000 рублей. Я думаю, гипсокартон дешевле. Ну, гипсокартон, конечно, дешевле. Но тут экологически чистые панели. Экологически натуральные. Да, ДСП, короче, панели белые. Серьезно. Купили уже все. Здесь такая свалка. Да, тут у нас комната такая халупа. Когда начинаю сегодня шкафы, обдираем обои, снимаем потолки, делаем проводку. Красим стены. Угу. Клеить не будем или будем клеять? Да не знаю. Я хочу под покраску вот точно так же, как в прихожей сделать. Ольга хочет в это поклеить. Я думаю, не знаю. Все-таки нормально будет, не нормально такой же цвет. Нормально будет вообще. Офис. Ну блин. В общем, у меня идея такая, да. Либо мы так же красим в этот же цвет, как и прихожая. Так и надо, весь дом одинаковый. А обои, а вот эту зону тоже выделяем, как и в прихожей. Только другими обоями. Ну, не знаю. Шерлотта, ты со мной согласна? А? Кивни. Ладно, начинаем ремонт потихонечку. Сейчас мама вытащим диван. Да? А ты меня... Ох, Макарёк, что это? Пап, ты что, собрался один? Ой! Там-то убрать надо. Пипец, диван, блин. 3 метра, блин. И комната 3,10. Осторожно, осторожно, тут поцарапаешь, сейчас я тут помогу. Тихо, тихо, тихо. О, вот это мы молодцы. Так, осторожно. О, Коля, Коль, стенки надо не крепиться. Копнешь сейчас, копнешь. О. О. О, как в коммуналке. Ага, у папы аж серые труселя вылезли. От страха? Блин, вот это... Как в комнатке. Теперь гостей можно звать, да? Да. Спать ездить. Прикинь, этот диван еще так поставить, и вообще тут можно так спать. Ну да, дома тут с Колей не продумали, махнули диваны, да? Поставили этот в гостевую комнату, а он не раскладывается, а этот в зале. А он раскладывается. Ну, конечно же, в зале, в проходной комнате. Все, Ева. Спать гостям неудобно. Где хочешь, можешь сидеть. Правда? Да. У нас два дивана. Два дивана, да, все теперь. Да, так и будет всегда. Ура! Да. Угу. Посмотри, не разбейся. Че, серьезно? Да, все. Угу. Целую неделю так будет. Вот у нас Шарлотта, видите, окно в Европу. Шарлотта? Шарлотта. Иди смотри, ну, иди в окошко. Хорошо смотри, видно? Свое. Иди в окошко свое, смотри. А потом удивляются, когда я говорю не собака, а вредитель. Но. Говорят, ну как можно про такую милашку так говорить? Так вот так. Угу. Хорошо, ладно, хоть такие не очень жалко. А сейчас тут прям новые-приновые повешу и уже... Ну, тебе! Понятно, Шарлотта? Какой у нас здесь шкаф?
Прям шкаф, прям да. Туда. Ну такая-то типа гардеробная, мини-гардеробная. Гардеробная была. Конечно, это все уродско. Это когда как делали там в 80-х годах, так это все и осталось. Короче, мы сейчас думали стену эту туда двинуть, чтобы шкафа не было. Но все-таки думаем, шкаф оставим, да? Передумали мы дома делать шкаф встроенный. Померили двери, которые покупали там сколько лет, 5 назад, да? Uh-huh. Что-то не понравилось нам. Решили все-таки зашить стену целиком и сейчас едем за гипсокартоном. Сейчас посмотрим, Еву отвозим на гимнастику. Да? Сами в магазин купим гипсокартон. И что нам еще надо? И посмотрим обои. Да. Вот. Ну все, съездили мы в строительный магазин. Uh-huh. Чипсы чуть-чуть жую. Думаю, жаркое, а он чипсы. Вон, купили гипсокартон. 2,50 не было, было только 2,60 в высоту, в длину. Короче, по 12 евро один лист. Крафт какие-то, Knaft или Крафт. Хорошо, взять побольше, да? Поменьше не было. Ничего, ты что так летишь, чувак, он даже меня напугал. У нас повар. Это же набор, на подбор. Да, вот взяли перчаточки, потом взяли этот валик для покраски и это пожарная сигнализация. Ну, я в каждой комнате ремонт делаю, в каждой комнате вешаю эту пожарную сигнализацию, ну, чтобы было. Чтобы было, да. Сейчас едем в магазин за продуктами и потом за Евой. Да? Ага. Поехали. Опять наш любимый S-маркет. Да. Вот тут уже сидели. Сейчас 2 дня подряд были в Копио, понимаете, где можно было сходить в нормальные большие супермаркеты. Так нет же, понимаете, какие нам продукты, вот нам надо. Ну, сейчас поедем, заберем Еву и домой приедем, покажем, что купили. Пока, значит, там Коля у нас в гараже разбирается со своим гипсокартоном. Покажем, что мы купили сегодня. Просто обычный день, обычные продукты. И первое, что у нас, это вафельки разной формы, разных вкусов. Ну, это у нас папа любит, да, ассорти такое. Вафельное ассорти. Жвачки. Свеклу, как я и говорила, буду, да, и борщ варить, и салатик сделать надо. Нашла там вкусненький рецептик, и надо приготовить хлеб. Вот такой вот прям мягкий-мягкий, вкуснявый. Да. Затем вот такой вот хлеб. Это у нас Коля любитель подселёды. Чернослив. Нам можно уже открыть. Лайки, сыр. Апельсинки. Кстати, сейчас вообще 98 центов килограмм. Не знаю, что же у нас тут Коля прихватил. Тут себе шампиньоны консервированные. Не знаю, под что. Орехи. Да, вот такой вот я люблю орех. Лук у нас тоже. Евро 40 килограмм. А ты что, не знаешь, что такое лук? Я шучу. Что? Молоко 1.5% жирности. Тоже беру или обезжиренное, или такое. Кефир. С красивым тортиком. Тут, да. Тут такой рисуночек. Все, я сейчас тут стараюсь. Надо это. Разгружаюсь по максимуму. Все после новогодних праздников. Так. Упор на кефир и фрукты. Кефир и одна мандаринка. Целая пачка кефира и одна мандаринка. Ну да, груши ем, апельсины и кефир. Йог, Лифтон, как всегда, уже 1 000 000 лет неизменяемому. Коля не изменяет. Я практически чай не пью, все в основном кофе. Ну и я. Мой любимый тук. Мой любимый. Угу. Ева так ест, а Коля у нас его с вареньем употребляет. Кстати, вы знали, что на печеньках тоже написано тук? Дырочками. А вот и парочка твикс. Да, селедочка уже сразу тут. Она ничего не в маринаде, просто обычного посола или как засола. Не знаю, как правильно. В общем, просто филешка такая. Просто обычный бекон. Лист никак не добавил. Ну, что у нас? Мы без оливочек никуда. Такие вот. Коля тут взял какие-то. Это другой фирмы, кстати. Что-то я такие не помню, чтобы мы брали. Морковь. Морковь у нас вообще улетает. У нас Ева так ест ее. И я только ем ее. Угу.
Бананы. Тоже я их люблю. Сегодня бананы. В школе были бананы. У меня вообще мой самый любимый бутерброд банановый, да, прям на тост, чуть-чуть арахисовой пасты, банан и сверху ломтик сыра, и прям на завтрак супер получается, вообще обожаю. Как бы тоже попробовать. Бананчики. Или тоже Филадельфия, тост Филадельфия, банан и ломтик сыра, тоже очень вкусно прям. Гуманский бутерброд. Картофельная калифта, ну и обычные стандартные калифты. Такой вот у нас набор продуктов. И... В общем, как говорится, не было печали, купила баба поросенка. Да. Тело у нас уже стоп, осторожно, здесь ремонт, можно пораниться. Ты как-то утра... Да, да, ела уже быстренько. Ну что, папа? Что папа скажет? Ну, как я и сказал, не помню или не говорил еще, что передумали мы здесь шкафы делать, решили зашить, просто стены сделать. Угу. Сейчас загипсокартоним с этой стороны, загипсокартоним с этой стороны. А если потом надо будет, шкаф просто купим и поставим. Да, в общем, мы тут работаем. Коля тут все отдирает, я все убираю. Да. В общем, как-то так, да? В общем, все нормально. Да. Так, ладненько тогда. Ладненько. Продолжаем работать. Все, продолжаем работать.